Будь здоров, а меня все еще зовут Павел Князич, и это Зедурс. Или же Зедурс, то есть двери. Новая игра в Роблоксе. В последнее время Роблокс нас радует все новыми и новыми играми. И не просто играми, а настоящими хоррорами, где можно орать, кричать, бегать и обсираться. Но давайте будем честны, здесь больше нас пугает не атмосфера, а персонажи. Монстры, которые нас заставляют пугаться. И здесь они реально страшные. Когда с ними встречаешься, ты понимаешь, это те самые монстры из твоих ночных кошмаров при 38 градусах температуры. Ну а сюжет и геймплей очень прост. Ты и твоя команда из других игроков исследуете отель. Цель игры состоит в том, чтобы выжить как можно дольше, не умирая от монстров. А другого ты здесь и не подохнешь. Ты можешь отыскивать всякие интересные предметы, зарабатывать монетки, вскрывать ящики, прятаться в конце концов под кроватями, в шкафах. В отеле полно комнат. Для некоторых даже пароль нужен. И игра заканчивается на 100-й комнате, что намекает на дальнейшее их продолжение. Ну ты сам понимаешь, отели могут быть разными, комнат в них полно. И на 100-й разработчики не остановятся. На протяжении твоего отдыха в этом шикарном отеле будут появляться множество различных существ. И каждый из них имеет свою механику. И страшную рожу. Не без этого. Кстати, а ты знал, что недавно вышла мобильная версия Poppy Playtime 2 глава? Скачать ты ее можешь у меня на телеграм-канале. Также я там выкладываю разные моды на Poppy Playtime, Friday Night Funkin, общаюсь с подписчиками, а также выкладываю оповещения о новых видео. Поэтому подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Да, больше подписок на мой телеграм-канал, поскольку там обитает такая сущность, как я. Но сущности, которые обитают в Зедурс, намного страшнее меня, поверь. И первое наше существо, которое мы рассмотрим, это Торопыга. На самом деле его зовут просто Rush. Просто слово Rush переводится как «торопиться». Да и в принципе тут многие существа являются глаголами. Rush один из первых, если не первая сущностей. И с ней мы вначале и столкнемся. Когда появляется Rush, свет в нескольких комнатах начинает мерцать. И ты услышишь искаженный рычащий звук. Я думаю, что тебе долго намекать не придется, чтобы ты спрятался. А спрятаться тебе нужно. Именно таким образом ты сможешь избежать Раша, спрятавшись где-нибудь. В шкафу, под кроватью, в вентиляцию, где угодно. Но ты должен спрятаться. А иначе он тебя убьет. Как только Раш пройдет мимо, все лампочки, которые были в ближайших комнатах, будут сломаны. Но таким образом ты будешь знать, что здесь был Раш. И идти спокойно, потому что он ушел. Есть, кстати, такое предположение, что Rush появляется только в том случае, если в твоей комнате есть хотя бы два шкафа. Ну или рядышком доступный выход. Но это уже от тебя не зависит, дружок, пирожок. Амбуш, или же засадник. Ты должен знать одну вещь. Если появился Rush, значит в этом месте вряд ли появится амбуш. Эти два монстрика вообще в чем-то похожи. Как только появляется амбуш, свет начинает мерцать. Ну и создается искаженный шум. Блин, вы чё, монстры или мартовские коты? Но в отличие от Раши, он проходит через комнаты не один раз. А целых 6. Ну и опять же, шо мы делаем? Прячемся, конечно. Также Раш и Амбуш отличаются рожами. Если у Раши она темная и улыбающаяся, то у Амбуша она напоминает маску Крика. Ну два брата-акробата, чё сказать. Только первому хватит и одного раза напугать тебя. А второй это будет делать аж 6 раз. Поэтому тактика против амбуша проста. Просто заходи в чулан и выходи. В шкаф и вышел, в шкаф и вышел. Но помни, амбуш быстрее Раша. Хайд, то есть скрытный. А это сюрприз для тех, кто хочет всю игру просидеть в шкафу и быть якобы в безопасности. Нет, долгое нахождение в шкафу приведет к появлению Хайда. Абсолютно бесформенная и противная сущность. Понимать, что ты засиделся в шкафу, ты начнешь только тогда, когда экран начнет краснеть и перед тобой появится надпись «Убирайся». Если ты и на этот раз не вылезешь из шкафа, Хайд тебя просто вышвырнет оттуда, но не убьет. Однако снизит твое здоровье на 40%. Халт. Как Rush и Амбуш, Халт сообщает о своем присутствии мерцающими огнями. Однако Халт после мерцания появляется не сразу.
Вместо этого он появляется за следующей дверью, которую ты откроешь. Открыв эту дверь, ты попадешь в темный коридор, освещенный только светящимися голубыми глазками Халта. Чтобы убежать от голубенького, беги по этому темному коридору. Беги! И выходи в дверь на другом конце. Иногда перед тобой в этом коридоре будут появляться слова. Например, как повернуться. Немедленно поворачивайся и иди в противоположном направлении. Это такие подсказки, которые помогут тебе выбраться. Если Халт тебя настигнет, то отберет у тебя 60 единиц урона. Больно. Глаза. Но по-другому этого монстра назвать нельзя, потому что это глаза. Обычное такое скопление глаз. Двигаясь из комнаты в комнату, открывая двери как можно быстрее, есть шанс, что ты наткнешься на вот это глазастое существо. И они тебя тоже будут бить, пока ты не сдохнешь. Что самое интересное, глаза бьет только тех, кто на них смотрит. В гляделке, короче, с этим монстром не поиграешь. Единственный способ его победить, это не смотреть. Ну, то есть, отвернись куда-нибудь в потолок или в пол смотри. В общем, не на него. Виск. Он, кстати, на Бенди похож. В отеле есть одна комната, очень темная. Там и обитает Виск. Она тебе вежливо даст понять, что она находится с тобой в одной комнате. Звуком «пс». Ну, мол, «эй, чувак, ты тут не один. Сыграем в бутылочку». Ну, ладно, это что-то перебор. Ни в бутылочку, ни во что это существо с тобой не сыграет, но зато оно будет тебя жестко бить. И кто бы сомневался. Как только ты услышишь это «пс», сразу же поворачивайся на звук и смотри на Визга, какой бы он страшный ни был. Да, он будет кричать, да, он будет пытаться тебя ударить, но не нанесет ни одного урона. То есть тут как с глазами, но наоборот. Нужно смотреть и вовремя посмотреть. Как раз таки после звука «пс», 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 как будто крипер бьешь. А если у тебя есть фонарик и зажигалка, то вообще превосходно. Тогда ты увидишь этого монстра во всей красе, и он не сможет тебя ударить. Следующий монстр — это Джек. Вот, блин, у всех клички и имена были нормальные, а у этого просто Джек. Может быть, его назвали так, потому что он похож на скелета Джека, повелителя тыкв. Вообще, это очень редкое и, я бы даже сказал, безобидное существо, поскольку оно тебе не наносит никакого урона. Да и появляется не постоянно. Ну, вот тебе лайфхак. Если ты хочешь познакомиться с Джеком, открывай как можно больше шкафов. Тимати. Нет, ну ладно, Джек, но Тимати. Так зовут паука. Непонятно почему. Но он, кстати, тоже безобидный. Просто такой красивый паучок. Ничего лишнего. Глич. Его кликуха говорит за себя. Но глич появится только на многопользовательских серверах. Если ты, конечно, играешь с другими игроками. Ну, а если в одиночку, то глич не появится. Что самое интересное, он нападает только на тех, кто отклонился от команды. Ну, то есть, если ты играешь с игроками, и вдруг неожиданно тебе показалось, что где-то что-то интересное лежит, отстал от своей группы, вот тогда тебе глич надает по попе. Если ты остаешься со своей командой вместе, никуда не отклоняешься, не отбегаешь, то глич не появляется вообще. Ой, блин, ну только не он! Сик. Или же просто стремящийся. Это довольно редкая сущность, которая имеет более одного гарантированного появления. Его можно увидеть между дверями с 30 по 45, а затем еще раз где-то между дверями 80 по 95. Перед его появлением мы начнем видеть глаза. На стенах, в уголках. Да глаза будут появляться где угодно. В конце концов, перед тобой появится вот эта непонятная черная субстанция, и оттуда выйдет Сик. Вот кто действительно мне приснится в кошмарах потом, так это он. И что же делать с этим страшным чудиком, спросишь ты? А я отвечу, бежать! Срочно бежать! Причем тебе белые блестки покажут, куда правильно бежать. Если Сик тебя догонит, то ты умрешь. Как же долго придется бежать? До следующей комнаты. Дверь перед ним захлопнется и запрет Сика снаружи. Ты еще не набегался? Ну вот тебе еще монстр, фигура. Вероятно, его труднее всех избежать. Это слепая сущность, у которой вместо башки рот. Но зато у фигуры невероятный слух. Именно с помощью него она обнаруживает игроков поблизости, а иногда даже далеко. Ты либо прячься, либо пройди мини-игру. Ну там нужно на всякие кнопочки нажать. Если ты ее пройдешь правильно и нажмешь на все правильные комбинации, то ты успешно завершишь мини-игру, и фигура покинет место, где ты находишься. Теперь ты знаешь об этих сущностях побольше.
И надеюсь, мои уроки выживания тебе помогут. А какой монстр понравился тебе? И какого ты боишься больше всего в The Doors? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича в Телеграме и во ВКонтакте, а также на мой Яндекс.Дзен тоже подписывайся, ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями, чтобы они тоже знали, как избежать этих монстров. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос!